horse to the old town road. I'm gonna ride until I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Hat is matted black, got the boots as black to match. Riding on a horse, ha, you could whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Всем привет! Вы на канале Доступный Урал, и сегодня мы отправляемся на тестирование наших каяков и катамарана. Да? А, извини, пожалуйста. Да, все нормально. Что? Слушай, прожигаем или прорезаем? Монетку кинь. Бумагу? Давай монетку кинем. Давай камень-ножницы бумагу. Давай. Я за прорезаем. А я за прожигаем вообще-то. Ты сразу за прожигаем? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, да, 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 а, давай, кажется, по раз, два, три. Раз, два, три. Да что ж такое? Раз, два, три. Ну все, прожигаем. Прожигаем. Ну так вот, мы сегодня первый раз спускаем вот этот замечательный катамаран Басек Дракар. Дракарис. Он как раз нас пойдет сопровождать в походе 3 мая на Золото Бунта. Он пойдет вместе с мотором. Это China Motor Parsun 3.6. Нам сегодня надо проверить, насколько 3.6 вообще подходит для такой большой махины. Идет ли он хорошо и уверенно, или просто бу-бу-бу-бу-бу, и не хватит ему даже против течения выплыть. Далее, мы сегодня первый раз тестируем вот такой каяк. Он называется Вьюнок. Основные моменты: он маленький, в него помещается любой человек, хоть ребенок, хоть взрослый, потому что у него очень широкий кокпит. У него при этом есть отсек грузовой. И, что немаловажно, рулевая система. Спереди можно закрепить груз, но мы сюда закрепим камеру. А вот такой каяк. Есть мнение, что он быстро теряет скорость по сравнению с другими каяками, и на нем нужно больше выгребать. Что ж, мы это проверим. Для сравнения у нас есть самый быстрый, самый красивый каяк в линейке. Это Марлин. Марлин — это, конечно, произведение искусства. У него есть скек. Есть аж 3 отсека. Ну, то есть это быстрый доступ, это подольше. Есть и day hatch. Сюда, конечно, мало что влазит, но тем не менее. Да. И вот такой вот носовой отсек. Также есть выемка под установку морского компаса, но мы с вами не на море и не заблудимся. Доступный Урал. Марлин, конечно, отличает особая форма. И красота этой формы. Какой он красавец. На нем можно спокойно развивать до 10 км в час, я думаю. Опытный гребец, гребун, загребон может на нем сильно разогнаться, держать скорость. И у него хорошая ходкость. То есть гребанули 3 раза, и каяк идет, и идет, и идет, и идет. Со Вьюнком говорят, что дела обстоят хуже, но мы как раз проверим. Устроим сегодня дрэг-рейсинг. Еще у нас есть 3 весла на тест. Это весло РСТ, регулируемое, карбоний. Это весло из декатлона, регулируемое, тоже карбон. ИТВИТ. Декатлон, кстати, ушел из России, но ничего, у нас есть еще вот такое весло гренландское. Такая вот лопата-деревяшка, очень-очень крутая. Мы проверим сегодня первый раз, каково это грести не лопаткой Евроблейд, а целиком всей площадью гренландского весла. Да, и это ручная работа. Папа. Да, что? А знаешь что? Что?
А тебе с волшебной конфетой вкусной приготовить? Да, приготовь, пожалуйста. Да, очень вкусно карамель будет. Давай. Еще с шоколадом будет. Ладно. Очень вкусно, еще тебе сделаю супик. Хорошо, давай. Водички будешь? Буду. Ты сейчас должен снять склейку, типа волшебная конфета. Вот все. Да. Когда твой парень описывает каяк лучше, чем тебя, посмотрите на его формы. Пу-пу-пу. Да, ну и сопровождать нас будет катамаран Басек Дракар. Как я уже сказал, у него будет мотор, стоящий вот на этом трансе. Палуба, сидушки надувные. В общем, проверим мы сегодня. Жареный скоба. Жареный скоба. Игорь, отвечающий за то, чтобы мы все... За безопасность! Ай! И чтобы все кушали. Он делает жареный... Иди за катамаран! Жареная скоба. Не, реально не проткни его только, пожалуйста. Я поэтому и не берусь за эту ответственную работу. Давайте все-таки его установим. Вот сижу я такой, грибу-грибу. И чтобы дотянуться до камеры... Надо, чтобы она стояла здесь. Для этого нам нужно обезжирить. Затем надо разогреть скотч. Ну что, по идее... Не должна она отклеиться. Вот так. Чик-чик. Грести, грести. Надо еще подрегулировать педали. Регулируются они вот так. Здесь есть флажок. И затем пододвигаются педали. Здесь спинка достаточно жестко крепится. Я думаю, что это хорошо, потому что на других каяках разбалтывается вот здесь веревочка, спинка уходит назад, приходится ее каждый раз подтягивать. Посмотрим сегодня, как работает такая жесткая система. Басек, счастье для ребенка. Басек, это, кстати, название заповедника в Пермском крае. Такие три офигенные вершины. Северный, центральный и южный басек. И еще одна именная компания, которая делает катамараны и сопутствующие туристические продукты. Обязательно жилет. В данный момент это страховочный жилет, но тем не менее в нем вместе с ним утонуть будет крайне сложно. Юбки. Обязательно юбки. Лучше их, поскольку они неопреновые, лучше их смочить перед тем, как натягивать сюда. Ну, то есть вы их сначала надеваете на себя, садитесь и потом натягиваете. Так, ну что, наш катамаран готов. Мотор установлен крепко. Крепко. Сидушки привязаны. Почти. Осталось его, этот катамаран, принести. Все. Так, сейчас я вам покажу, как надевается юбка. Можно как через голову, так и через низ. Поскольку мы уже все одеты, то мы ее наденем через низ. Да, куртку мы сделали снаружи. Юбочка вот. Также здесь у нас имеется такое колечко, чтобы ее встегнуть. И, в принципе, вот и все готово. Камера готова, каяк готов. Педали отрегулированы. Крышка не закрыта. Кстати, у новых каяков часто идут крышки, комбинированные резина-пластик. Это очень плохо. Просите продавцов, чтобы были полностью резиновые крышки, иначе они будут ломаться пополам. Ну, а скажу вам, что каяки вроде Марлин, Вьюнок, Гринда, Скат и так далее вы можете приобрести на Каяк 64 у Антона. Есть такой у нас Антон, каякер. Боже, где-то побили. Есть у нас такой Антон в городе Саратове, который все эти каяки возит в Россию под себя их, значит, на заводах Китая.
как-то адаптирует. В общем, заходите на каяк 64, посмотрите, что есть у Антона. Ну, а мы, собственно, берем наше гренландское весло и отправляемся к воде. Не хочется, конечно, новый каяк царапать по камням, но он все равно поцарапается весь за следующий сезон, вот, который сейчас будет, собственно, на Урале каяки за сезон становятся вот такими. Но это никак не влияет на их ходовые характеристики, да вообще ни на что не влияет, кроме внешнего вида, когда вы их переворачиваете на земле, собственно, вот. Вот и не видите вы этих царапин, и каяк как каяк, такой же точно. Ну что, потащили. Да, сейчас многие каякеры скажут, что я изверг, что я убиваю лодку, что я не щажу ее. Да, возможно, так и есть. Если я убью эту лодку, то мы просто купим еще одну. Я думаю, что мы сойдем примерно вот здесь, попой. Оп. Мы сели. Мы отстегиваем юбочку от карабинчика. Затем натягиваем юбку. Сначала сзади, потом по бокам, по бокам, по бокам. И оп, и соскочила. Так. Так, сейчас попробуем. Оп, 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 оп. Ну все, сиди там, сиди. Оп. Опа. Супер. Покачаемся. Покачаемся. Опускаем руль. Так. Ладно, руль нормально. На коленников не хватает, упираются ноги. Ребята, какой кайф спустя такую зиму снежную, долгую, наконец-таки оказаться в каяке. Еще апрель. Же есть еще апрель. Даже. Так, давайте догоним катамаран. Пока привыкаю к гренландскому веслу. То есть его ключевая особенность в том, что оно гребет всей длиной. В общем, от вашей руки уже начинается рабочая сторона весла. Вот. И оно легкое, оно легко сопротивляется ветру. Соответственно, вы не устаете грести таким веслом. Оно не популярно, потому что все привыкли к так называемым евроблейдам. Но любители всякой классики вот используют такие весла. Пока мне нравится. Смотрите, идем неплохо. Идем неплохо. Отличие этого весла от других весел не в эффективности, а скорее в том, что вы не устаете им грести. Вы можете идти марафон, идти какую-то экспедицию. Вот. Но, опять же, я бы, наверное, не рекомендовал бы использовать это весло на горных реках, потому что вы его можете побить легко. И плюс, там, где не глубоко, вы можете его тоже поцарапать. И, видите, оно должно поглубже входить, наверное, в воду. Соответственно, стандартные пластиковые евроблейды намного лучше, дешевле, их не жалко. Честно, я не знаю, сколько стоит это весло, потому что мне его подарили, но я предполагаю, что, не знаю, наверное, 1015, не меньше. Ручная работа, дерево. Так. Да, слушайте, вода, конечно, упала. Очень упала. Смотрите, метра на 4-5 она упала. То есть, по идее, мы должны плыть вдоль тех скал. А мы тут где-то, значит, плюхаемся. Ладно, догоняем ребят. Так, давай,
Во-первых, драг рейсинг. Насчет раз, два, три. Да, Марлин, конечно, быстро уходит против широкого и топенького вьюнка. Ох, вообще не догнать. И дело не в веслах. Просто геометрия лодки совсем другая. Подожди меня, Антон. Подожди меня, братиш. В драг-рейсинге Марлин, конечно же, побеждает примерно всех, но маленький вьюнок и подавно. Ты видел, как вода ушла? Просто ее нет. Я думаю, там, куда мы сегодня идем, будут песчаные косы, по которым мы будем бегать аки по пляжам Малибу. Вот, второе, то, что нам нужно сделать, нам надо идти с одинаковой скоростью, отпустить весла и посмотреть, какой каяк быстрее теряет скорость. И вот мы идем вместе, одинаково, и отпускаем весла на раз, два, три. И даже настоящий Марлин тихонечко уходит вперед. Ну, почти. Да, просто я слышал, что вьюнок быстро теряет скорость, в отличие от вот этой вот ракетоносной лодки. Настоящий крейсер. А как ты считаешь, быстро ли идут ребята на моторе? Я думаю, быстро. Так, ну что, дали мне другое весло, карбоновое, с лопатками такими мощными. А, чувствуется, что делаешь грибок и прямо подпрыгиваешь, прям вперед выпрыгиваешь с каждым грибком, но прилагаешь много усилий. При этом это в дополнение к тому веслу. Деревянное весло легко входит в воду. Им легко грести, но и ты не устаешь. Но у него чуть-чуть, наверное, ниже коэффициент полезного действия, возможно. У лопатки, мне кажется, вот такой вот Евроблейда коэффициент шикарный, но ты прилагаешь больше усилий, соответственно, много устаешь, вероятно. Катамаран на моторе 3.6 шикарно идет. Просто как катер. Сел такой, без разминки. Мышцы не растянул. Сразу пошел. И устал. Вот такой вот я. Такой я и есть. Оп, давай. Давай, корми папу. Газу! Еще хочешь? Нет. Газу. Еще хочешь? Давай. Все, кайф. Так и поедем, короче, по часовой. Классно. Не могу я Антона догнать. Очень быстрый каяк. Этот каяк, конечно, сильно медленней. Медленный? Ну, он такой вот по озерам поплавать, либо выйти вот по этой реке, но никуда не торопиться. А если у тебя впереди Антон на Марлине, то есть вопросики, конечно. Предлагаю его не брать совсем.
Антона? Ладно. Да. Кстати, если вдруг... О, серфинг! Кстати, если вдруг вы видите большую волну, к ней нужно носом остановиться, развернуть каяк носом, и тогда вы ее хорошо пройдете. Если большая волна ударяет вас в бок, есть риск, что вы перевернетесь. Сейчас, кстати, сдаю на... права на маломерное судно и изучаю вот такие вот знаки, которые обозначают, где как проходить. То есть, если вы идете ночью, горит фонарик, вы видите, что да, здесь угол берега, вам нужно пройти по фарватеру, потом пойти туда, там такой же горит. Да, там на самом деле столько сложных обозначений с этими огоньками. Огонек горит так, огонек горит сяк. Вообще, можно, конечно, запутаться. Вот, сейчас 2023 год. Если у вас есть возможность сдать на судоводителя в этом году, делайте это срочно, потому что с 2024 года идет какое-то нереальное ужесточение правил. Хрена с два вы там сдадите. В общем, успевайте. Экзамен стоит что-то там около 1500 рублей. Обучение... Можно пройти за 10 тысяч, можно самому все выучить, там билеты скачать. В общем, такая история. Посмотрите в ГИМСе, там все написано. Рекомендую всем сдать. Я еще не сдал, но надеюсь, что сдам в мае. Да, берег крутой, потому что река бьет прямо вот в эти скалы. Соответственно, здесь большая глубина, отвесный берег. И дальше река, ну, старое русло, оно уходило влево, возможно, даже туда, и там петляло как-то. А здесь начинаются песчаные косы. Я сейчас поменяюсь с Святом. Свят – это наш товарищ на моторе. Я сейчас с ним поменяюсь, он сядет в каяк, потому что хочет попробовать эту штуку. А я сяду и обкатаю мотор на малых оборотах. Обкатка мотора не выше, по-моему, 70% мощности. Если пойдете на малых оборотах, будет плохое охлаждение. Если на больших оборотах, сотрете движку. Блин, как меня быстро Антон догоняет. Вот это разница в каяках, конечно. Смотрите, вьюнок стоит 30-40 тысяч рублей. Идет по любой воде. Комфортен, неприхотлив, влезет любой человек, но он... медленный. А вот Марлин стоит уже 1000 под 80, со всей снарягой под сотку, идет супер быстро, может преодолевать крутые волны, может ходить в Северном Ледовитом океане и в Атлантическом, и в любом другом океане. И смотрите, какая у него скорость. Антон даже не прилагает каких-то сверхусилий, в отличие от меня, и все равно уходит. Вот это формы, вот это дизайн. О, какова красота. Смотрите, на камень попадаются топляки. Вот такие вот деревяшки. Если пластиковым катером наскочить на него на полном ходу, вы пробьете свой катер, свою лодку и даже, вероятно всего, потонете. А все потому, что река раньше была сильно уже, шла туда, и здесь был лес. А после того, как поставили Камскую ГЭС, все здесь затопило, и остались такие лесные остатки. Интересно, ваши ставки? Берег сухой или мы сейчас встанем в жижу? Да, кстати, как выходить на берег? На полном ходу. И нет, я не вышел на полном ходу. Класс.
Не, мы пойдем до песочка дальше, до Карасе. Как раз река вот здесь сделала поворот и уходила туда. Подошли к базе политехник, сейчас поищем место, где пристать, подождем ребят, приготовим барбекю и узнаем у Даши, как у нее дела, как ей на каяке ходить. Еще! Давай! Шикарнео! Ой, песчаный берег! Давай, не ныряй! Сейчас, подождите. Оп, есть. Все. Так, у нас сегодня есть вот такой гриль, называется Оти. Оти по-коми-пермяцки значит первый или единственный. А гриль у нас состоит из нескольких пластин. Ставим их. Так. Потом делаем. Угу. Получается вот такая вот штука. Дальше мы засыпаем уголь. Заливаем все жидкостью для розжига. У нас с грилем идут вот такие шампуры. А ниже лопатка для отскребания жира. Идет такая жаровня, полочка. И основная жаровня вот такая вот. И мы ее вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сюда вот так вот вдеваем. Вуаля, гриль готов. Осталось его прокалить и пожарим сосиски. Так, берем шампур и делаем вот так. И, короче, решил сразу его выпить. У меня вот дом надо пройти, чтобы дома дойти. Я, короче, его выпил и еле дом дошел. Ляпки. Ляпки. Все маленькие. На два сразу. Делай два, меня угостишь. Помнишь, да, как делать? На уголечку. Не-не-не. Очень вкусно вообще. У палочка греется. Ты, может, все-таки съешь эту сосиску-то? Потом скажешь, я хотел кусать. Поехали в Макдональдс.
Ай. Давай. Хрустящий. Берите. Лапки. Они прям очень вкусные. Лапки мы едим от собаки. Короче, классный гриль. Ну что, отлично поели. Теперь просто берем вот так. Оп. Мимо рассыпалось. Мимо. Ну, ты его сюда спаешь. Так, ну что, мы покатались. Отлично. Все собрали. Каяк один берем на буксир. Все поедем на катамаране, но Антон, наверное, пойдет на веслах. Антон, на веслах все-таки пойдешь, да? Ну все, ладно. Но если что, мы тебя подцепим. Очень много глины, конечно. Вот это все надо как-то отстирывать. В общем, берега пока не очень пригодны. Хотя вот мы нашли идеальный песчаный пляж. Так, ну что, вот мы и закончили наш сплав, тест. Что я могу сказать? Катамаран Дракар от Босега — супер классная штука. Ему хватает мотора 3,5 силы, чтобы спокойно идти практически по любой акватории. О, спасибо, спасибо. Каяк в Юнок классный для проката на каких-то озерах и небольших водоемах. Идти куда-то на нем далеко немного проблематично. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно. Все ссылки на катамараны, каяки, все это в описании к видео. Пока.